Олександрі Артамонові 15 років. Дівчина навчається у школі, розповідає, її улюблений предмет – література. Саша дуже любить читати, навіть самостійно пише твори. Когда ты читаешь любую литературу, хоть это украинская, хоть зарубежная, она тебе просто нравится и тебе хочется делать то же, что делали эти люди. Свій письменницький талант Олександра вирішила проявити у конкурсі «Перлина Запоріжжя». Він проходить вже 11-й рік поспіль. За декілька днів дівчина підготувала твір про запорізьке козацтво та у своїй номінації зайняла перше місце. Я на самом деле не ожидала, потому что, это такое честь в каком-то роде. И мне кажется, что множество людей достойны этой победы. Мне кажется, что эта тема наиболее интересная и полностью показывает, насколько наш край великий и что нужно помнить все про него. У цьому році в конкурсі «Перлина Запоріжжя» взяли участь близько 700 людей. Він проводиться у номінаціях «Поезія», «Проза», «Фоторобота», «Малюнок», «Вокальне мистецтво», «Хореографія», «Оригінальний жанр». Організатори заходу зазначають, оцінювати роботи та виступи було важко, адже усі вони унікальні. Тема в этом году была выбрана семейная, семейные ценности, рисунки на семейную тему, проза, поэзия, чтобы показать нашу семью запорожскую, крепкую, красивую. Оценивала компетентное жюри, это были профессионалы своего дела. Если это была проза и поэзия, мы привлекали профессуру Запорожского национального университета, филологический факультет, они приходили, оценивали работы. Если это были фотоработы, мы фотохудожников города Запорожья. Грамотами та подарунками переможців конкурсу «Перлина Запоріжжя» нагородив заступник міського голови Анатолій Постоваров. Він зазначив, що такі заходи сприяють розвитку сімейних і культурних цінностей. Отримуєш слова наснаги від Анатолія Івановича та подарунки. «Перлина Запоріжжя» – это наши талантливые люди и талантливые дети. Поэтому мы провели такой замечательный конкурс. Более 10 людей получили такие памятные и дорогие подарки от городской власти. И тем самым мы пытаемся пропагандировать вот эти здоровые ценности в творчестве, в семье и в культуре в широком смысле этого слова. Евгения Ли, Дарья Зарянова, ТВ5.